Итак, делать сложное простым – это главная задача любого разработчика Android-приложения. И если в приложении получается совместимость, полезность и с лучшим функционалом, то, по моему мнению, об этом обязательно стоит рассказать как можно большому количеству людей. Приложение, о котором пойдет речь, отличается от конкурентов самым большим количеством возможностей. Фактически оно мне заменило несколько приложений одновременно, которые, возможно, знакомы вам. Это Lept, Kanta и Activity Launcher. Также отличается тем, что у него лучший интерфейс с большим количеством настроек и анимаций, что редко можно встретить в приложениях такого типа. Простота его использования. Чтобы добиться максимальной пользы, помимо самого приложения, ссылка в описании, нужно также установить на телефон приложение Shizuku. Если у вас на телефоне нет этого приложения, ссылка в описании для скачивания. Заходим в приложение Shizuku, включаем откладку по Wi-Fi через быстрый переключатель, затем включаем переключатель In-Ear. Меню «Доступно для» и запускаю приложение для очистки и удаления системных приложений. Как и любому остальному подобному приложению, In-Ear нужно выдать разрешение на доступ к хранилищу, чтобы как бы оценивать размер приложений, иметь возможность их удалять, а также разрешить использовать Shizuku. В основном меню In-Ear есть все необходимые функции. Приложение. Все, что нужно для работы с каждой установленной на телефоне программой. После нажатия на название приложения можно посмотреть список активностей, то есть очистить кэш, удалить, отключить, сохранить APK-файл, получить доступ к графике и много чего еще. Терминал. Работа с ADB-командами. Причем стоит заметить, что скорость выполнения и функционал выше, чем у остальных похожих приложений. Статистика использования. Это меню дает доступ к информации о том, сколько интернета и памяти расходуют приложения. Причем для статистики используется собственный движок. Это может быть полезно для выявления вредоносного софта, который, как правило, маскируется для системы Android. Еще одним полезным меню в приложении In-Ear я бы назвала это экономию заряда. То есть получается, в этом меню также используется собственный движок. После запуска откройте меню фильтров и установите их так, как показано сейчас на фото. Появится возможность включить экономию заряда даже у тех приложений, которые не имеют вообще этой опции в системных настройках. Поэтому, подводя итог к концу, могу сказать, что In-Ear является лучшим на данный момент приложением для очистки телефона и улучшения его работы. У разработчика есть еще несколько проектов, и думаю, в следующий раз о них тоже можно рассказать. Поэтому следите за дальнейшими видео. Всем пока!